Вы знаете, мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень доверительный и хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении. О, это традиционный был контакт. Мы неоднократно доводили российскую позицию по поводу этих заявлений, говорили о том, что они, в общем-то, несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему, ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем. Но, к сожалению, видимо, кому-то это там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то. Сложно сказать. Если вы меня просите дать этому квалификацию, прокомментировать, то мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По-другому я не могу это как-то оценить. Я просто приведу конкретные доказательства подобной позиции. Дело в том, что в постановлении Совета Федерации, Российской Федерации от 18 ноября 2020 года говорится, что российский миротворческий контингент направляется в регион, теперь прямая цитата, в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня, а также, опять же, прямая цитата, в избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам. Точка. У меня вопрос всем тем, кто ссылается на этот документ и в чем-то пытается обвинить Россию. Что-нибудь из этого не было выполнено? Если у кого-то найдется совесть, а в отсутствии совести наглость сказать, что что-то из этого не выполнено, пожалуйста, факты предоставьте. Положите на стол ваши аргументы. Ведь их нет, кроме истерики и оскорблений теперь уже. Именно то, что было записано в этом документе и было сделано, удалось не допустить ровно того, чему посвящен был этот документ. В ходе последней эскалации в регионе в сентябре 2023 года благодаря профессиональным действиям российских миротворцев. При их активном посредничестве 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей. Наши российские миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовывали медицинскую эвакуацию. И никто не имеет права их оскорблять. А тем, кто будет их оскорблять, мы дадим ответ. Что касается утверждения об этнической чистке в Карабахе, опять же, хотелось бы предоставления каких-либо фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают, так сказать, авторитетной, ну, например, Организация Объединенных Наций или какой-либо другой организации. Вот если есть хоть какой-то документ или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные этнические чистки были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ. Со своей стороны, мы не раз отмечали важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, основываясь на заявлениях Баку. Мы фиксировали необходимость надлежащего обеспечения права карабахского населения, я имею в виду армянского населения Карабаха, обеспечение не только прав, но и главное безопасности, и готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.